Всем привет! Ну, значит, по пустыне идут еврей и русский. И тут уже целую неделю у них ни еды нету, ни воды, вообще ничего нету. Уже так в таком изнемождении идут, думают, все. И тут смотрят, справа мешок стоит, слева мешок стоит. Русский пошел, правый мешок открывает, смотрит, полный мешок тушенки. Еврей подходит, мешок открывает, полный мешок золота. Русский говорит ему: нифига себе, как тебе повезло, целый мешок золота у тебя. Давай поменяемся. Я тебе пол мешка тушенки, а ты мне пол мешка золота. Еврей: ты что, говорит, дурак что ли? Как я буду меняться с тобой на золото? Нет, все золото мое будет. Ну и идут дальше. Русский раз, идет, остановился, банку тушенки открыл. Поел, дальше идет, а еврей все тащит этот мешок с золотом. Русский опять остановился, банку тушенки открыл, поел, дальше идет, а еврей все тащит, уже все, не может уже все. И говорит ему: слушай, говорит, давай в рынок играть. Русский говорит: давай. Русский берет, ставит одну банку тушенки, две банки и три банки. Еврей подходит, думает, наверное, три банки будет дорого стоить. Спрошу, сколько одна будет стоить. Сколько стоит одна банка тушенки? Русский: мешок золота. Да ты чё, говорит, а чё так дорого-то? Не хочешь, не бери. Иди по рынку поищи. Может, дешевле найдешь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.